Здравствуйте, уважаемые студенты третьего курса факультета почвоведения, агрохимии и экологии, а также студенты четвертого курса факультета агрономии и биотехнологии, слушающие курсы защиты растений, фитопатологическая часть, и иммунитета растений, соответственно. Значит, сейчас я вам прочитаю установочную вводную лекцию. Я это делаю в режиме самоизоляции. Вот, простите, если что не так. Моя задача, значит, довести вас до экзамена и зачета и рассказать, как у нас это будет все проходить. Значит, сейчас мне нужно рассказать вам о четырех этапах нашей работы. Первый этап — это вводный, собственно, это и есть наша вводная лекция. Второй этап будет состоять из блока видеороликов, видеолекций очень кратких, которые вам помогут разобраться с учебной литературой. Третий этап — это у нас будет в Zoom видеоконференция, на протяжении которой мы будем работать в режиме видеоконсультации. И четвертый этап — вы пришлете мне какие-то материалы, на основании которых я буду выставлять вам итоговые какие-то аттестационные ваши баллы, оценки, зачеты. Вот. И на этом этапе четвертом у нас тоже будет видеоконференция, на протяжении которой я все оглашу, это можно будет обсудить и оспорить. Ну, собственно, как я уже говорил, сейчас у нас первый этап. Ну, мы работаем с вами в сложных условиях, на самом деле в условиях, которые очень затрудняют вообще общение, работу, получение каких-то результатов. Ребят, я понимаю, что вам как бы очень сложно, муторно, тошно, вот, но надо постараться это преодолеть. Я вас к этому очень призываю, всегда вас поддерживаю. Значит, я буду говорить какие-то нюансы и для почвоведов, агрохимиков, агроэкологов, микробиологов, и какие-то для агрономов, для студентов. Вот. Значит, собственно, наверное, к началу четверга и часть раньше будет вывешено 4 лекции, даже 5 лекций по фитопатологической части защиты растений и 4 лекции видеоролика по части иммунитета растений. Но ситуация более сложная по защите растений, так как мы только начали очно работать. По иммунитету растений она чуть лучше, потому что мы где-то прошли 55-60% нашего курса. Вот. Я надеюсь, что то, что мы прошли очно, студенты более-менее запомнили. Значит, итак, студенты агрохимики, агроэкологи, агропочвоведы и микробиологи прослушают 5 видеороликов. Первый — неинфекционные болезни. Второй — инфекционные болезни, общая часть. Третий — инфекционная часть, вирусы и бактерии. Четвертый — инфекционная часть, грибы, грибоподобные организмы. И пятая часть — частная фитопатология, которая будет включать в себя сразу болезни зерновых и болезни картофеля. Студенты по иммунитету растений прослушают 4 лекции. Первая — вертикальная патосистема, вторая — агрессивность, третья — приобретенный иммунитет растений и четвертая — инфекционные фоны, методы заражения растений. Значит, ну, я заранее извиняюсь за то, что я, конечно, не смогу заменить вам нормальный курс. Я нахожусь в условиях самоизоляции на даче. Значит, мне помогает это все монтировать моя жена Оксана Геннадьевна Смирнова. Без нее я даже бы не справился с этим всем, с этой всей ситуацией. Вот, как можем, для вас стараемся. И вот главная задача этих видеороликов и будет заключаться в том, чтобы помочь вам разобраться с интернет-ресурсами и
учебниками, которые вы, наверное, получили в библиотеке. Вот. И дальше, вот, на следующем этапе в режиме видеоконференции мы тоже сможем с вами это все уже обсудить. Вот. Я уточню, будут ли вам продлять сессию, или она будет в сроке, то есть, наверное, во второй половине апреля. Времени у нас мало. Я надеюсь на ваше понимание, на ваше участие. Вот, извиняюсь за возможные накладки, помехи, потому что работаю в условиях совершенно пока не предназначенных для решения подобных задач. Создаются аудиопомехи в виде звуков ветра. Вот, но, по крайней мере, меня нормально видно. Вот. Со мной можно будет общаться в режиме Тимирязевской информационной ленты. Она есть и для студентов, и для преподавателей на сайте нашей академии. Ну и можно на край общаться по мобильной связи. Я рассчитываю на помощь старост уважаемых, особенно на Серикова Илью. Ну вот, собственно, все, что я хотел вам донести. На этом пока прощаюсь. К среде уже появятся первые видеоролики по определенным темам в области фитопатологии и иммунитета растений. Спасибо за внимание. Прощаюсь с вами.